Первомайская эстафета объединяет поколения. Нет, пожалуй, в Иванове более давней традиции. 81 год назад был учрежден этот легкоатлетический пробег, и с тех пор праздник спорта стал ежегодным. В числе почетных гостей – ветераны ивановского спорта. Раньше они защищали честь нашего города и страны на различных площадках, а теперь любуются успехами молодежи. Учатся, встретиться со своими учениками, выпускниками, со своими воспитанниками. Это место, где встречаемся со своей молодостью. Очень приятное мероприятие. Опытным организаторам первомайской эстафеты помогают добровольцы из числа членов Молодежного совета по спорту и ресурсного центра команды 2018. Их задача – уделить особое внимание старшему поколению и оказать помощь там, где в ней больше всего нуждаются. Ребята помогают судьям на этапах. Нередко во время эстафеты возникают спорные моменты, кто прибежал первым, кто вторым, и судья один справиться с этим не может. В этом плане волонтеры помогают, они также отслеживают, кто пробежал первым, кто следующим и так далее. В этом году участниками массовых забегов стали более 2500 ивановцев. В эстафете принимают участие не только школы, для которых главная победа, но и различные организации и предприятия, где заботятся о здоровье сотрудников. Мы от общественной организации спортивного пинбола собрались единомышленниками, решили показать себя и посмотреть, на что мы способны вообще. Занимались, очень серьезно подошли к этому, тренировались. Надеемся на достойный результат. На этот раз к легкоатлетическому пробегу присоединились летчики военного аэродрома «Северный». Они долгое время не участвовали в первомайской эстафете и теперь вновь собрали команду из сильнейших. Прежде чем выйти на дистанцию, провели отбор. У нас все ребята спортивные, и в таком большом масштабном событии, как первомайская эстафета на призы газеты «Рабочий край», мы не могли пропустить это событие и приняли участие в этот раз. Борьба за золото разворачивается между сильнейшими командами. Список традиционных победителей эстафеты из года в год меняется мало. Однако на этот раз были и сюрпризы. В забеге девушек к финишу первой пришла ученица третьей гимназии, опередив на несколько секунд соперницу из лицея номер 22. Однако юноши 22-го лицея своих позиций не сдали и стали золотыми призерами эстафеты. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.